Всем привет! Сегодня мы будем слушать Славу Мерлоу, The Limbo, Джей, Она тебя любит. Ну, давайте. Я, понимаете, я как бы Славу... Ну, мне надо ко всем привыкнуть, возможно. Я уважаю его творчество просто за то, что молодой человек что-то может, и талантлив, и пытается развить свой талант. За это уважаю. Вот. Но мне кажется, все-таки музыка это не его. Может быть. Ну, в смысле, музыка это его, а песня это не его. Чтобы не он. Чтобы не он, а кто-нибудь другой. Ну, хотя, с другой стороны, знаете, была когда-то давно передача про Филиппа Киркорова. Надеюсь, нас не забанят. Вот. У нас под запретом Киркоров на канале. Да, мы его не будем выкладывать. Просто как-то 100 лет назад, когда он был молод и красив. Мне он, кстати, всегда нравился как артист. В молодости. И как мужчина. Напомню. Да. Не сейчас. В молодости, да. А вот и тут недавно где-то всплыло, показали там 90-е Киркоров. И думаю, ах, какая зайка. Вот, ну ладно, дело не в этом. И вот какая-то была передача по телевизору шла, тогда не было интернета, в том количестве ютубов не было. И кто-то тогда сказал о том, что он был абсолютно, абсолютно не просто непопулярен. У него не было таланта, у него было только большое желание и любовь к себе любимому. И вот этого хватило для того, чтобы стать популярным и чтобы оставаться популярным. Представляете, сколько лет? Поэтому все же зависит в нашей жизни от нас самих, о чем я и говорю. И поэтому, если Слава Мерлоу, не имея голоса, а имея талант продюсера, да, он кто? Ну, он битмейкер. Музыку создает. Ну вот, неважно, в общем, короче, главное, имея талант, попробовать сделать, совершенствоваться, что-то изменять в себе и делать лучше. И возможно, что вот это позволит ему вырасти и стать настоящим профессионалом. А что еще надо, друзья мои, в нашей жизни? Только стремиться и достигать. Что-то я сегодня говорливая. Ну, давайте. Слава Мерлоу, Limbo, Джей, Она тебя любит. Она тебя любит. И ночами плачет, пока тихо спишь. А ты точно нужен. Она не может тебя отпустить. Она тебя любит. И ночами плачет, пока тихо спишь. А ты точно нужен. Она не может тебя отпустить. Отпустить, отпустить. Она не может тебя отпустить. Отпустить, отпустить. Она не может тебя отпустить. Слежки, пойми, я больше не твоя пешка. Прости, я орел, а ты решка. Я устал тебе говорить. Хватит так дышать за мной, ведь я уже остыл. Просто ты была одной из тех, кто первый жёг мосты навсегда. Она тебя любит и ночами плачет. Ну, первая же партия это кто? Слава же, да? Ты же слушал? Там вроде Лимба в первой. А? Лимба, думаешь? Вроде бы Лимба, я не помню уже. Не может тебя отпустить. Отпустить, отпустить. Она не может тебя. Может быть, Лимба. Если найди меня на мапах, то там будет не наход. Это не любовь, бэби, это порошок. Это не любовь, бэби, это порохол. Капли падают на мой. Я кот Феликс, ты птичка ответь. Я люблю твой фейс, люблю твои дети. Мы всего лишь тараканы. Снимаю тебе рез после ты. Что-то у меня с голосами. Это ЛДжей. Она тебя любит. Она... Не, ну ЛДжей я узнала. Потом был кто-то еще. Разные люди, но целовала ее губы. Телефон вскоре станет недоступен. Вот это Слава. Я с кем-то другим, ты поймешь, что любил. Стой, стой, стой. Или признайся, тебе неприятно видеть ее рядом с другим. Признайся, хотя бы себе тут речь не о любви.
Она тебя любит и ночами плачет, пока тихо спишь. А ты точно нужен. Она не может тебя отпустить. Она не может тебя отпустить. А вот, вот Лимба, значит, вот это поет. Вот где-то я уже слышала, даже вот по интонации, как будто взято откуда-то из другого трека. Чем мы там еще слушали такого недавно? Как-то мне вообще Лимба нравится, как он поет. Но что-то прям было такое впечатление, что дежавю, что я это уже слышал. Ну, что хочу сказать. Я вот специально искал Славу, чтобы какую-нибудь гадость сказать. А вот получилось, что нет. Вот знаете, я вначале подумал, что Слава в начале. Потом думаю, не, наверное, нет. Потому что как бы вот эта часть первая, она была такая какая-то немножко детская. И я думаю, наверное, Славе еще просто по голосу надо вырасти, чтобы стать таким немножко мужским. Вот. Потом выяснилось, что это The Limbo. Хотя он мне, кстати, я к нему тоже претензий не имею. У него как-то так хорошо всегда получается. А вот. Потом, когда партия Славы была, что она тоже была неплохая. То есть у него не было вот этой детскости, про которую я хотела, кстати, сказать. Вот. Ну, а LJ, он узнаваем. Его было, кстати, там немного, LJ-то совсем. Вот. Если бы его было много, возможно, было бы хуже. А так, вот они все слились, и получилось, что получилось. Вот. Значит, ищем плюсы, да, а то ж меня за минусы будут ругать, поэтому будем выискивать плюсы. Значит, что? Складно, мелодично, все понятно, мата нет. Даже и минусов нечего. Вот я, видите, сколько... 4 плюса нашла. Значит, мы 4 из 5 и мы поставим. Молодцы! Всем пока!